Чистый, без мусора подъезд, без посторонних запахов и надписей. Привет, я Катя Андреева, агент по недвижимости Арку и его окрестностях. Сегодня я показываю вам квартиру на продажу. 50 с небольшим квадратных метров. Улица Дер-Харба, дом 44. Две изолированные спальни, салон, кухня. В общем, идем смотреть. Первая спальня. Кровать, шкаф, все помещается, и вот ее вид с другой стороны. Санузел, чистый потолок, не залитый, санузел совмещенный, душевая кабина, кстати, все после ремонта, в состоянии заезжай и живи. А это вторая спальня, также вид с обеих сторон, чтобы вы все понимали. Гостиная комната, здесь это называется салон. Тоже все очень уютно, все необходимое есть. И отсюда выход на кухню. На кухне есть все необходимое для комфортной жизни. Если вам нужно чуть больше пространства, то вот эти вот столики можно свернуть вниз. Кухонный гарнитур современный, останется новому собственнику этой квартиры. У квартиры очень удачное месторасположение. В 5 минутах находится и центральная автостанция города Ако, а также станция железной дороги. Плюс рынок фруктов и овощей, всякие разные торговые центры. В общем, не голодным, не без транспорта вы в этом районе точно не останетесь. Если тебе понравилась эта квартира или есть какие-то дополнительные вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Звони, пиши. Катя Андреева, агент по недвижимости Аку и его окрестностей.